Пятый класс, 26 серия. Графы. Граф – это набор точек, некоторые из которых соединены линиями. Эти точки называются вершины, а линия – ребра. Так, в данном случае у нас 5 вершин. Степень каждой вершины равна 2, потому что из каждой вершины выходят 2 ребра. Все вершины в данном графе четные. Причем, если все вершины в связанном графе четные, то можно построить этот граф, не отрывая карандаша от бумаги, не проходя по каждому ребру дважды. Причем, если мы начинаем обрисовку из какой-то одной вершины, то в ту же самую вершину мы и придем, не отрывая карандаша от бумаги. Так, Давайте определим степень каждой вершины в этом графе 4, 2, 4, 3 и 3. Так, в данном графе есть две нечетные вершины и три четные чтобы определить число ребер в графе, нужно найти сумму степеней всех вершин и полученный результат разделить на 2. Сумма степеней всех вершин 16. 16, если разделить на 2, получится 8. Ну и можно сосчитать, проверить, убедиться в том, что в данном графе действительно 8 ребер. 1, 2, Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Если в графе есть две нечетные вершины, если этот граф является связанным, то можно его построить, не отрывая карандаша от бумаги, не проходя по каждому ребру дважды. Причем начало обрисовки в одной из нечетных вершин и заканчивается обрисовка в другой нечетной вершине. Так, давайте построим. Так, 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 так. Итак, начало обрисовки было в этой нечетной вершине и закончилась обрисовка в другой нечетной вершине. Причем обрисовка возможна. Так, если нечетных вершин нет вообще, либо две нечетные вершины. Тогда в одной из них начало обрисовки и заканчиваем обрисовку во второй нечетной вершине. Так, давайте определим степень каждой вершины в этом графе. 5, 4, 4, 5, 5 и 5. В данном графе 4 нечетные вершины. Обрисовка одним росчерком пера невозможна, потому что должно быть либо 0, либо 2 нечетные вершины а здесь их 4 так ну давайте определим число ребер в этом графе вот, зная э, сумму степеней всех вершин мы можем сосчитать сколько ребер будет в этом графе так получается 28 сумма степеней всех вершин 28 делим пополам 14 ну, давайте сосчитаем

степень каждой вершины равна 6. Может ли в нем быть 50 ребер? Допустим, это возможно. Допустим, в этом графе x вершин, степень каждой вершины равна 6. Значит, значение произведения, x вот умножить на 6, это сумма степеней всех вершин. Так, если это значение разделить на 2, то должно получиться 50, вот если такое вообще может быть. Ну, давайте проверим, возможно это или нет. Давайте попробуем решить это уравнение, найти значение х, выяснить, сколько же вершин будет в таком графе. х умножить на 6 это будет 100. Ну и чтобы найти х, надо 100 разделить на 6. 100 на 6 не делится. Значит, это невозможно. Вторая задача. Дан кусок проволоки длиной 120 сантиметров. Можно ли, не ломая проволоки, изготовить каркас куба с ребром 10 сантиметров? То есть проволоку можно как бы поворачивать, складывать, но нельзя ломать. Другими словами, можно сформулировать задачу таким образом. Можно ли построить, не отрывая карандаша а от бумаги, вот этот каркас куба? Значит, у куба 8 вершин, 6 граней, и 12 ребер. Если ребро куба 10, 10 умножаем на 12, как раз получается 120. То есть длина как раз соответствует. Но нельзя ломать проволоку. Значит, другими словами, можно ли сделать обрисовку вот этого каркаса, не отрывая карандаш от бумаги? Итак, 8 вершин степень каждой вершины равна 3, потому что из каждой вершины куба выходит по 3 ребра. 8 вершин степень каждой равна 3. Если степень равна 3, это число нечетное. То есть 8 нечетных вершин. Обрисовка невозможна. Потому что обрисовка была бы возможна, если бы нечетных вершин было бы 0 или 2. Если же другое число нечетных вершин, обрисовка невозможна. Значит, нельзя таким образом изготовить каркас куба. Третья задача. Автобус прошел 240 километров. Первую половину пути он шел со скоростью 60, а вторую 40 километров в час. Чему равна средняя скорость движения? Итак, первая половина пути. 120 километров. Он шел со скоростью 60. То есть время, которое он затратил на первую половину пути, это 2 часа. 2 часа. Так, хорошо. Вторая половина пути тоже 120 километров. Он идет со скоростью 40 километров в час 3 часа. Всего 2 плюс 3 – 5 часов. 240 километров он проходит за 5 часов чтобы найти среднюю скорость, надо весь пройденный путь разделить на все время, которое было затрачено. 240 надо разделить на 5, и получится 48 километров в час. Итак, средняя скорость движения 48 километров в час.